Скорее можете становиться все. Влад, становись тоже. Бегом. Кушковый. Аня. Бегом. Можете становиться. Василиса. Что ты плохо стоишь? Это дисциплина на тебя, видимо, не очень действует. Так, не надо. Тут такое дело. У нас сегодня уезжает один человек. Выходи. Маня, где у тебя поезд? Где у него мама? Мама! Я сказал тебе. Мама, идите сюда. Татьяна, пойдемте сюда. Так, стой, строй. Я вам рассказываю, как у нас уезжает. Стойте там пока, пока не скажу. У нас сегодня Влад уезжает. Мама, выйди сюда. Вот у него приехала мама. Он приехал в числе первых насельников. И у нас такой порядок. Мы тебя спрашиваем. Вот среди этих, которые в лагере с тобой будут, есть ли те, кто тебя обидел? Нет. Ты ни на кого не обижаешься? Нет. Никто тебе не должен, не занял, не украл. Никакой оргтехники не оставляешь, ничего у тебя нету. Так, вы кто-нибудь на него обижены, что в городе встретите? Нет. Не так, я тебе найду болевые точки. А чтобы встретили как хорошего знакомого, с которым были некогда в православном детском трудовом лагере. Нет. Мы вас с миром отпускаем? Да. С миром. Миром. Теперь слушай. Теперь уже со мной разборка будет идти. Я тебя здесь наказывал. И ты должен сейчас сказать в присутствии мамы. Тебе бояться меня не надо, стань с той стороны от нее, ты меня не боишься, между нами прокладка, мама. Я тебя несправедливо наказывал, нет? Ни за что, так взял бы, наказал. Или за дело? За дело. За дело. Ты не обижаешься на меня? Нет. Тебе это полезно было? Ну, он, все знают, у нас не просто так взял да наказал. А вот он, все говорят, он сказал, а он говорит, нет, уже я не накажу. Мне нужно, чтобы он сознался. И то еще я, бывает, в воскресенье не накажу, отложу там каким-то путем. Все. Он уезжает, и чтобы за глаза разговоров никаких плохих не было. Мы сейчас будем о нем молиться. Все, мама, можешь стать. 10 ударов. Любой бей. Какой хочешь колокол. Он сейчас будет бить 10 раз колокол. Не торопясь. Пальцы не ударь, только смотри. Давай. Отец наш Небесный, великая тебе благодарность, что ты позволил нам здесь быть на лоне природы. Хвала тебе. Вот мы провожаем, Владислав. Господи, благослови Путин с матерью Татьяной. Умудри нас всех во спасение. Помоги им стать истинными твоими учениками, христианами. И отъезжающих от нас новокрещенных спаси, сохрани в пути. И нас защити от происков вражеских. От притеснения от властей, Господи, ты позволил нам находиться здесь, в одиночестве, в отдаленном месте. У нас нет ни больных, ни поврежденных, ни потерянных. Это твоя защита, Господи. Доведи нас до желаемой пристани, до царства твоего. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все, миром Божьим. Участвуйте в жизни православной церкви. Влад, ну как твой? Максим, попрощайся с ним. Прощайся. Со словом, матушка. Будут помнить. Мою маму.
Пап, ты знаешь, где Ваня? Да. Работа. Ой, 61. 61. Так, адрес проживания. Ой, как пишут, что не узнаю. Германия, город Замобер. Вокзал и улица. Германия. Город Зоннеберг. Герг, да? Город. С двумя Н, наверное, да, пишется? Зоннеберг. Берг, гора. Зонны что означает? Солнечная гора. Ну, название надо же, чудесное. А, улица. Так, улица. Вайнер. Эрих Вайнер. Эрих, черточка, Вайнер. Вайнер. Улица. Брат, а что ты пишешь? Вайнер. Да? Вайнер. 27. 27. Просто частный домик, да? Нет, у нас там подъезды. Они уже вот подъезд. А-а-а. И вот номером называется. Виктор, расскажи, что дом ты пишешь. Дом один, а подъезды под номерами. Журнал учета. Журнал «Лагерь», «Лагерь Истана». Учет чего, посещаем? Учет посещения, да, посещения, отъезда. Кто когда приехал, кто когда уехал. Так, приехали вы в пятницу, да? Это было 9 июля. Благодарю вас за все, что вы нас здесь сделали. Кормили, поили нас, не обидели ничем. Богом вас. Вы на нас никак? Нет, никак. Нет, я очень счастлива, что побывала у вас здесь. Не забывайте, что увидели. Нет, не забудется никогда. И очень такие впечатления ясные, такие как солнце. Прям вот. Без Бога жизни не будет. Ни у вас, ни у него. Поэтому с Богом надо жить. Ну да, была, была. Красиво. Я это и хотела посмотреть. Если захотите найти Господа, приезжайте к нам. Мы вам поможем. Спасибо. Не забывайте. Всего доброго. С Богом. Всего доброго. Все. Скажи, что он едет. Ты сказала, что едет. Ты сказала, что отец едет. Не успела. А самое главное, это не надо было. Еще Серега. Он резчик, так что имею в виду, когда может сгодиться. Еще сделали, гриб положили. Так, все, почему-то вырвало. Так, отойди в сторону. Нет, это другими разговорами. Так, этот-то. Я наказал всем вам, мужики, чтобы вы мне это... Сергей. Так, дром вот это надо... Нет, дром вот это до Барнаула надо вести, Андрей. И они говорят, до первой остановки, как раз это других. Его до города. А Надежда Васильевна сказала, и вот... Да чего ради-то? Она мне... Катя, просили, все. Ну, не просили, нет. Нет, вот на Барнаула. Создаете какую-то путаницу, ну, зачем мне это? А все, 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 все. Я не просила. Все показывают на тебя. Не надо трогать. Хорошо, что сказали. Ну, не сказали они. Не надо... ничего говорить, еще раз говорю. Вы искусственно создаете для себя право. Хорошо, что ты нам сказала. Хорошо, что я вам сказала. И начали это. Оба сейчас на трассе бы выпихнули, оба. Да. И все. А потом... Все. А я ничего не говорила.